В результате сплошных проверок пассажирского транспорта в 2018 году в России было выявлено 160 тысяч неисправных автобусов, зафиксировано 32 тысячи нарушений правил использования тахографов, 100 тысяч правил перевозки пассажиров. Время от времени пренебрежение перевозчиками требованиями законодательства приводит к трагическим последствиям. Так, 3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус с детьми. В результате 4 человека погибли и 21 пострадал. Снижение аварийности на пассажирском транспорте – главная цель профилактического мероприятия «Автобус», которое прошло на 18-м километре Минского шоссе. Оно направлено на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки, связанной с возникновением ДТП при участии водителей автобусов. Соответственно, целями мероприятия является профилактика нарушений, совершаемых водителями автобусов, а также должностными юридическими лицами при эксплуатации транспорта. Служебные рейсовые микроавтобусы, коммерческие маршруты. Инспекторы ГИБДД проверяли всех без исключения. Результаты рейда не заставили себя долго ждать. Отсутствие тахографа было выявлено уже в первом остановленном транспортном средстве. Согласно административному кодексу, нарушение части 1 статьи 11.23 грозит штрафом от 1 до 3 тысяч рублей для физического лица и от 5 до 10 тысяч для должностного. Кроме того, два материала были составлены за нарушение правил пользования ремнем безопасности, один за нарушение правил перевозки пассажиров и два материала за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».